интересный проект хотел показать. Дизайн двери очень современный. Silk Nice, это очень приятные на ощупь пленки, применимые для новостроев, там где нет такой проходимости, либо применимые, когда стоит тамбурная дверь. Теперь смотрим. Проект интересный тем, что стена была вообще, ну, можно сказать, не то что никакая, даже не пеноблок, а две гипсовые стенки по 5 сантиметров, одна и вторая, и между ними там какой-то зазор. То пришлось каким образом поступить? Сотый швеллер к потолку бетонной перемычки, и там оно все за, тоже заштукатурится, как бы ограничится, и выдеваться некуда. И внизу тоже временно зафиксировали, но здесь тоже подольется, и это тоже оно ограничится, ему некуда выходить. Кроме этого, бока тоже здесь монтажные уши, здесь тоже, чтобы их не подымало, здесь там под какой-то небольшой саморез анкер, потому что здесь, по сути, там ничего держаться не будет, тонюсенькие, просто чтобы его не подымало, и заштукатуриться. Поэтому, ну и уши здесь, все получается сварилось непосредственно с этим швеллером. Полностью установка вся двери была уже на вот этот созданный проем из сотого швеллера. По времени заняло, ну, порядка 4 часов вот это все. Единственное, что здесь были подготовительные работы. То есть, если бы не было выполнено подготовительных работ, то заняло бы это все, конечно, часа на 2, как минимум, дольше. И работа была проведена еще предварительно. Вот такой вот проект.